Привет, меня зовут Сергей, я партнер компании Global Intellect Service. Хочу рассказать, каким образом я реализовал свою очередную лицензию с помощью дежурных внедренцев компании. У меня есть знакомая, которая занимается изготовлением мебели на заказ, и такие люди очень любят счет, статистику, цифры, калькуляции. И я понял, что мне не осилить его все требования. Я обратился, как адекватный партнер, обратился к Марии Прокопенко и Петру Беляеву. На тот момент у Марии Прокопенко был точно такой же кейс, и она рассказала, каким образом она внедрила эту лицензию и какой маркетинг они использовали в его бизнесе. После этой встречи у него возникли другие вопросы, на что я решил организовать трехсторонние переговоры с дежурным внедренцем Петром Беляевым. Петр Беляев очень грамотно рассчитал весь маркетинг, продемонстрировал калькулятор маркетинговый, после чего мой знакомый решил приобрести лицензию UDS за $900. Так что если у тебя есть еще свои лицензии, и ты не знаешь, каким образом их реализовать, воспользуйся этим эффективным инструментом ведения трехсторонних переговоров с дежурными внедренцами. Спасибо, Петр Беляев. Трехсторонние переговоры с дежурными внедренцами компании Global Intellect Service – это 50% успех в твоих реализациях лицензии UDS. После качественного объяснения Петра Беляева моему знакомому, зачем ему нужен UDS, он начал рекомендовать своим друзьям, и его подруга, школа английского языка, внедрила себе лицензию UDS. И мой знакомый, который купил у меня лицензию UDS, он получил за это рекомендацию свои $30 единоразовые, а я получил свои $10 вознаграждения.